В Левашинском районе на 105-м километре трассы Махачкала-Левашей-Верхний Гуни произошел обвал дороги. Оползнем повреждено основание дорожного полотна длиной 50 метров. Движение автотранспорта на участке по автодороге осуществляется по одной полосе. На время проведения ремонтных работ обрыв огражден бетонными блоками. Житель Шамильского района подозревается в нанесении ножевых ранений своему дяде. В селе Тлянуб Шамильского района 20-летний местный житель в ходе возникшего скандала нанес 2 ножевых ранения родственнику. В результате произошедшего 44-летний мужчина помещен в местную больницу. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник доставлен в отдел. По его признанию, ему надоели нравоучения дяди, поэтому решился на подобный поступок. Нож изъят и направлен на проведение экспертизы. Полицейские нашли украденную компьютерную технику на сумму 245 тысяч рублей. Накануне в Избербаше с заявлением о краже обратился 22-летний житель Махачкалы. Неизвестный проник в его частный дом и совершил кражу техники. Позже полицейские установили и доставили в отдел 35-летнего жителя Махачкалы, который сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что разобрал часть крыши, проник в подсобное помещение и украл товар, который позже реализовал на сайте продаж. Правоохранителями похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. И еще пара находок от сотрудников МВД. Дагестанские полицейские обнаружили 2 автомобиля, которые значились в розыске. Грузовик «Вольво» найден в Левашинском районе у 36-летнего жителя села Микиги. При проверке документов было установлено, что автомашина значится в федеральном розыске. Тягач оказался угнан из Калужской области. Аналогичный факт раскрыли сотрудники и в Махачкале. При проверке автомобиля Toyota Land Cruiser под управлением 53-летнего местного жителя было установлено, что автомобиль был угнан в городе Липецк и пригнан в нашу республику. Следствию еще предстоит установить обстоятельства преступления и круг причастных лиц.